Всем привет, друзья, с вами Маркович. Продолжаем играть в Dwarf Shop. Ну что ж, у нас с вами почти все мастерские открыты. Осталось две самые дорогие. Это пивная за 20 тысяч и станция чародеев за 35 тысяч, соответственно. Потихонечку начинаем копить на них денежки. Вот у нас почти 5 тысяч сейчас уже есть. Я сейчас перекрафчиваю ресурсы, которые у нас сами имеются в запасе. И, собственно, продаю то, что нам сами не нужно. Плюс у нас сами квестик здесь выполнился. Давайте возьмем награду. До 9 уровня мы сами уже нашли, тоже дошли. Давайте возьмем эту награду. И теперь нам с вами следующий квест — обработать воду Т2. Но это будет сложно, на самом деле, довольно сложная локация для нас пока что. Но будем пробовать, авось опять же повезет. Надо бы ему выносливость приподнять, на самом деле, чтобы у него еще побольше, так сказать, она была. Хотя вот сейчас, возможно, даже пройдет, кстати говоря, потому что как-то прям очень хорошо в этот раз нам путь попался. И даже меньше половины потратили, ничего себе, но это хорошо. Будем делать. Так, обработайте кристалл Т1 6 раз, понятное дело, хорошо это сделаем. Создать 20 предметов, создадим без проблем. Ну и, собственно, пока что остается дракон тоже. Ну что ж, потихонечку будем выполнять квесты. Само собой, будем фармить рейсики, ресурсики, так сказать. Так, давай восполнись и продавать, само собой. Я здесь тебя, дружище, видел обсидиановое кольцо и новые ожерелки на 8 уровень появились у тебя, да? Мы, в принципе, можем их парочку штук скрафтить. Давайте сделаем, возможно, нашему как раз-таки шахтеру и дадим что-то новенькое, потому что ему шмотки тоже новые нужны. Потому что он как-то проблематично пока проходит. О, вот тут, возможно, уже будет немножечко затор. Ну, посмотрим. Так, а можно, пожалуйста, получше, блин, качество какое-нибудь? Не белое, что-нибудь лучше. Выпади, пожалуйста. Ну, чисто так, знаешь, на весь день. О, спасибо, смотрите-ка, послушала фиолетовое. Отлично, значит, два колечка есть у нас. С вами сейчас будем сравнивать, что у нашего шахтера. Так, шахтер, ты живешь там? Живет, все, класс, прошел, молодец. Сейчас сравним с тем, что у тебя есть. Победа, отлично. Так, какой-то бинтик нашел, а это, видимо, тоже ресурс. Окей, значит, у тебя колечко вот такое, а у нас колечко здесь вот такое. Но ловкости немножко меньше будет, зато у тебя будет лака, нифига себе, на 7 лака, вау. Неплохое кольцо, блин, может, какой-нибудь торгашу отдать ему вообще. Мудрость, выносливость плюс 1 будет. Не то, что прям супер много, но ему, знаете, каждая, так сказать, единичка на счету. Поэтому сначала все-таки кольцо ему сбагрим. Но удача, сундуки, золото тоже, в общем-то, нам с вами не помешает. Поэтому держи тебе, дружище, это колечко поменяем, да? 76 стал уже, хорошо, уже неплохо. Так, а по основным параметрам, что там глянуть, 4, ну, ловкости, хрен с этой ловкостью, там деревья ковырять, да и все остальное. Так, окей, колечко поменяли, а второе колечко мы, наверное, точнее, у нас два кольца получается, надо глянуть, у кого там что еще. Иди пока в пещеру ковыряйся. У тебя здесь зелененькое такое, что там у нас? Лак, ага, понял, тебе оно лучше подходит, хорошо. Так, у тебя там, ну, это все колечки на лак у них. О, нифига себе, здесь вообще какое, смотрите, классное. Кольцо, ну тогда и хрен с ним, мы продадим, и это продадим тоже сейчас мы с вами. Окей, принято, понято, как говорится. Так, почему там у нас кольца делались? Это колечко у нас с вами производилось, это кольцо жениха, оно по 77, да? Ну где-то 140 поставлю, а, на зеленое, 150 поставлю. 160. Ага, это была хорошая цена. Но здесь ставим 170 тогда. Я думаю, оторвутся руками и ногами, даже может подороже, скорее всего, ставить, но посмотрим. Так, а это колечко у нас почем выходило там? Это колечко у нас выходило 148, нифига себе. Так, что, дешево, типа, да? Ну, давайте. Ладно, 180 поставлю, так и быть. Покупайте подороже. Так, еще раз, это у нас получается 148. Ну, короче, по 3 сотки сейчас бахну его. Вот это уже ценники пошли, я понимаю, да, за продукцию. Как такое? 3 сотки дорого, но все равно купили при этом. И за 180 здесь мы с вами угадали. Ну, вообще отлично, класс. Так, давай еще раз водные пещеры. Что у нас по снаряжению? Давайте посмотрим. У нас ледяной меч появился, который мы можем сделать. Найс, как раз в ледяных пещерах фармиться, да? Ну, давай создадим. Конечно, компьютер, да, получится, скорее всего, но сила и ловкость, даже выносливость здесь есть. Слушай. Блин, ну белый, естественно. А, можем сейчас крафтить. Давайте крафтить. О, не повезет сейчас, скорее всего, да? Ну, давайте. Если что, дадим ему сбежать, чтобы он это самое ресурс хоть унес, да? О, в смысле? Ну, ладно. Оставалась же еще одна. Ничего страшного. Так. Ледяной меч, давай сравним с тем, что у тебя есть сейчас. У тебя прекрасный молот, в принципе, причем фиолетовый есть, да? 8-5 меньше здесь получается, зато здесь больше выносливости будет у тебя. Лака меньше, правда, но выносливость тебе очень сильно нужна. Давай попробуем сделать так, пока не буду продавать. Вот так просто попробуем чисто пробежаться. 80 получается, да? Ну-ка давай, пошел. Ну тут опять же, как повезет, конечно, он сейчас стал деревья ковырять очень плохо, 3 удара опять у него уходит, на... не знаю, из-за ловкости, да? Ну тогда, может быть, особо-то смысла не имеет. Ну тут просто фиолетовый он, поэтому, если, может быть, это будет фиолетовый. Так, смотря что у него там, конечно, поднимается за стат какой. Надо будет прикинуть, так сказать. Меч к носу, да? О, пивасик, повезло. Ну пройдет, молодец. Все, фармим тогда мечи сейчас, немножечко с вами продаем. Все, что не нужно, да? Сколько там мечей у нас получается по крафту? Молодец, победил, иди отдыхай.
Так, мечи у нас получается по крафту 142. Тоже неплохой ценник, в принципе, беленький. 142, но давайте 280 поставим, не будем жадничать. Там уже посмотрим, что они скажут. Скорее всего, дороже может продать, естественно. А, не, рух, слушайте, угадали, хорошо. Молот пока не продаем. Так, давай в пещеру опять иди фарми. Что у кого еще могу понакрафтить? Давайте посмотрим. Так, здесь ледяной меч. Крафтим сразу давайте, раз можно. Ой, сундуки ядрить поперли. Смотрите, два сундука подряд, аж нифига себе, вау. Повезло. Так, какой там белый, ну, понятное дело. Мне интересно. Так, трубка курильщика для торгашей, в принципе, с таким лаком очень хорошо подходит. Мы можем скрафтить. Ну, давайте скрафтим. Одну штучку кому-нибудь дадим, может быть. Как раз лак, у них там будет шанс как бы сделать лучший предмет. Какая беленькая получилась. Ну, блин. Не очень, конечно, ну да ладно. Так, что еще у кого можем скрафтить? Давайте смотреть. Пока вроде что-то больше ничего нет. Победил, молодец. О, колечко. Ой, новое. 10 уровень получили. Вау. Угу. Нифига, нифига, нифига. Так, а ну-ка. А ну-ка давайте, сейчас, может быть, новое колечко сделаем нашему этому работяге, который в шахтах у нас с вами бегает. Так, здесь у тебя ничего, острая стрела получилась, оружие. Длинные кожаные перчатки, ну тоже неплохо на самом деле, очень даже неплохо. Так что, как будет у нас с вами хрустальная пещера, надо будет проходить, тоже проблематичненько пока для нас, но в целом неплохо. Ой, мы что-то нашли, что это? Шлем из золотой кости, нифига, и колечко нашел он. Ой, ядрить, и здесь что-то мы с вами понаходили, вау. Так, слушай, ты молодец. Нифига у нас там... Оранжевая. Ядрить, ядрить. Ну-ка, давай смотреть. Ну-ка, давай смотреть, дружище. 7 выносливость. 9, 6. Это прям для тебя кольцо. Это прям, блин, кольцо обручальное для тебя. Держи. Вау. 92. Вот это я понимаю. И силы больше всего. Все, что нужно больше. Так, шапка. Сравниваем ее с, меч... с шапкой на тебе. 7, 2. Хорошо. Ну, лака меньше чуть-чуть, и выносливость минус один будет, да? Но зато, блин, какая силища, он будет жахать просто по мобам, как не в себя. Причем оранжевая здесь получилась шапка. Давайте сменим. 50 получается, ну, 90 нормально. 50 сил, вот это я понимаю, силище. Так, дальше что у тебя здесь? Вот это у нас что такое? Прочная туника, да? 2, 4, блин, это лучше. Ну, как, опять минус одна выносливость, но она фиолетовая, она, в принципе, по силе. И по ловкости лучше. Давай-ка мы тебя переоденем, дружище, тоже. 88. Пойдет, пойдет. Главное, что удар будешь держать хорошо. Так, что тебе еще можно? Перчаточки какие-то, смотрите, модные. Они так и называются, модные перчатки. Окей, хорошо. Так, ну явно лучше, чем это будет, да? 5-5. 7. Лак 1. Здесь у нас есть побольше. Хорошо, вообще, конечно, переодеваем. Держи, дружище, тебе новенький. Блин, сейчас мы его напялим так все на него, что он пойдет реально хрустальные пещеры фармить у нас тогда. Так, ну и все, да, остальное белое здесь получается. Здесь неинтересно, здесь неинтересно. Здесь неинтересно, в общем-то. Оружие бы тебе нормально сделать, это было бы круто. Так, ну давай, пробуй, наверное... Нет, сходи пока еще в водяную пещеру, все-таки меч тоже фармить хотим. Да, ну-ка. Ну вот, два удара, нормально еще, и криты бывают вылетают. В принципе, неплохо, в принципе, довольно неплохо с ним справляется уже. Так, кому там что раздать надо? Давайте посмотрим, так сказать. Старший брат поносил, все, можно младшим раздавать, да? Нагрудник, ну это явно для тебя. Подойдет получше он. Так, колечко, что по колечку скажут? Тут у нас фиолетовое. У тебя... О, ну это кольцо для тебя, потому что тут лака дофига. Держи, будешь нам крутые штуки фармить, крафтить точнее. Так, оформить будет наш дружище. Дальше, что мы тебе можем переодеть? Шлем-кастрюля у тебя здесь, да? Здесь лака побольше. И, в принципе... Так, держи. Хватит кастрюли на голове таскать, что это вообще такое, кто такое придумал. Трубка у тебя зеленая здесь уже, окей. Так, это получше кольцо. Один лак, мне здесь лака дофига и больше, поэтому оставляем. Хотя здесь силы дофига, но это продадим, тогда лучше. Ну или кому-нибудь отдадим, кому вообще ничего нету, да? Так, окей, здесь тоже все сделали. Что там дальше у нас? Дальше еще один товарищ у нас здесь меняем на зеленое кольцо. Так, это у него хорошая штука. Дальше, что у тебя здесь можно поменять? Трубку? Ну, у тебя компас вообще-то. Вообще-то компас. Но здесь лака больше даже в белой трубке, чем в компасе. Окей, окей, давай. Лака тебе добавим. Может быть, как-нибудь. Как-нибудь вот это все, да? Так, здесь у нас 6. Скорость у тебя получается... Скорость что у тебя увеличивает? Увеличивает у тебя скорость харизмы именно. Очень странно, ну ладно. Харизма 3. Лак 0. Ну, это оставляем то, что есть у тебя тогда, окей. Нагрудник меняем себе тоже, давай вот так вот. Так, и сейчас перчатки сравним тоже. 2-1, ну здесь лака даже побольше, в принципе, уже. Хорошо, 26, пускай будет. Так, ну все, едем дальше. Следующий, пожалуйста, здесь у вас вообще толком ничего нету. Так, я тебе, наверное, компас сейчас дам, да?
Да, компас явно получше будет. Уже держи тебе тогда такую безделушечку. Компас здесь это то же самое. Шапка и кастрюля. Пускай будет шапка. Меч и сковородка. Ну, тут сковородка, очевидно, выигрывает оранжевого качества, да? Так, по колечкам что у тебя? Лак 1, так, 2, 3. Скорость у тебя увеличивается за счет мудрости, так понимаю, правильно? Правильно, мудрость 1, мудрость 8. Здесь все окей, колечко остается, пожалуй. Так, ну и пока все для тебя. Больше здесь особо ничего, перчаточки. Фиолетовые, ну это лучше. Все, едем дальше, окей. Тут у тебя чего? Тут у тебя много чего нет, на самом деле. Держи перчатки хотя бы такие. Так, здесь у нас что получается? Здесь у нас нормально все, да? Нагрудник держи тебе еще вот такой. Шапка у тебя здесь такая, здесь вот такая. Лака чуть побольше на единичку, но... Но скорость. А, тут больше, окей, все, оставляем как есть. Так, ну здесь тебе просто поменяем, потому что статы получше в целом. Если даже на лак не обращать внимания, держи вот это вот. Дальше, сумка у тебя... Мы тебе оранжевую дадим, естественно. Так, на голове у тебя шлем, можно кастрюлю тебе. Хочешь кастрюльку, кстати говоря? Декс 2 будет, лак, ну да, держи кастрюлю тогда. Окей. Так, и что у тебя с... Ты у нас с луком ходишь, да? Декс 5, меч получше будет у тебя. Лак здесь, правда, 0, ну хрен с ним. Не так, чтобы его прям много было, держи лучше меч тогда. Так, колечко есть, все остальное вроде есть. Ну, сам вот эту штуку продаем всю. Почем у нас там кольца-то были нынче обручальные? По 180, ну это 360 надо ставить минимум. Я думаю, что можно дороже, но начнем с этого, там посмотрим уже. Так, не угадали, слушайте, два раза более дороже. Так, это уже мы продавали за 130, хорошая цена была, все покупайте тогда. Держите вот так. Да-да, отличная цена, забираете. Лук почем у нас? Лук у нас по 104, ну 200 поставлю. Не буду жадюгой, так сказать. 200 держите. Закупайте, если надо. Так, дружище, ты пока иди подфарми. Дешево, да? Ну ладно. Будем знать, что дешево, может чуть подороже поставить. Так, тут у нас дальше интересные штуки появляются, которые мы давно не продавали. Почем у нас там сумки-то были? Сумки-то у нас почем там были? Уже продавали их по дешево слишком, да? Так, а что там изначальная цена по сумкам у нас идет? Давайте посмотрим. Сумочка у нас уходит за 45, ну то есть 90, это начальная цена получается, только здесь 90, типа сотка, допустим, 110, 120. Ну, попробуем за 120 продать, посмотрим. Мне кажется, не купит, конечно, но мало ли повезет. Мало ли кому-то очень сильно сумка нужна. О, нет, смотрите, прям идеально, идеальненько. О, шапку. А у тебя какой шлем, подожди, у тебя... О, у тебя еще лучше, офигеть. Слушай, а шапка, это мы, походу, даже еще крафтить ее, скорее всего, не можем, да? Это у нас золотая шлем. Я так понимаю, это у нас ты делаешь, да? Там по значку судя. Но у тебя такого уже еще... Или уже появился? Появился. Вот он, офигеть. Золотая броня появилась. 162 стоит. То есть это 320 за обычный примерно. Сейчас будем... А хотя нафига, подожди, продавать, может быть, кому-то отдадим. Может быть, отдадим. Так, у нас здесь силы до хрена и больше, да? Но здесь лака чуть-чуть на две штучки побольше, блин. Да на две штуки не так уж много, на самом деле, две единицы-то, да? Давайте тебе тоже переоденем тогда, хрен с тобой. Носи нормальные шмотки. А эту фигню будем пока продавать. Какие-то перчатки дропнулись, так, ты, кажется, сейчас до конца не доживешь. Давай-ка лучше сбеги, потому что... Ой, еще давай, отлично. Охренеть, сколько все нашел. Уже и золотой нагрудник даже есть. И перчатки-то зеленые классные. Так, что там, шлем дорого, но купили, окей. Это дешево, говорите? Ну давайте за 200 поставлю, мне как бы не сложно. Покупать за 200. Так, мы пока нашим этим товарищем занимаемся. Его купили за 200, отлично. Что у тебя по перчаточкам? Так, 7-6, это лучше. Блин, лак лучше, все. И здесь нормально, идеально. Это у нас, получается, у какого-то кожевника делается, видимо, да? А, в любом случае, переодеваем тебе, держи. Еще больше силы, еще больше всего. Так, по нагруднику сейчас будем сверяться. Что у тебя здесь получается? 9-0. Ну, больше выносливости лака, меньше будет. Так, я пока, наверное, прочную тунику оставлю, честно говоря, тебе. Дружище, иди пока поброди еще по водяной шахте. Покрафтим там штуки всякие разные. Так, тогда, что мы с вами делаем? Давайте раздавать дальше, да, шмотки. Кузнецу дадим, пускай он побыстрее крафтит тогда, короче говоря. Так, это дальше нашему товарищу идет. Идет оно тебе или не идет? Тебе нужно что получается? Тебе нужно харизм. Странный параметр. Блин, офигеть, что-то ряд, конечно, монстров получился. Харизма здесь, конечно, на единичку такое. Себя что, здесь по харизме, здесь троечка. Харизма, здесь тоже троечка харизма, но здесь еще и лак поменьше чуть-чуть, да? Но, в любом случае, они получше будут, давай, напяливай их тогда. Вот так, сделаем тебе и все. Ой, блин, пока смотрел сюда, проморгал этот товарищ, ну ладно, ничего страшного. Ну, получается, все всем раздал, что было, как бы, пускай дальше занимаются, да? Так, друг, и давай еще раз в водные пещеры иди.
Попробую их все-таки зафармить. Я не знаю. Мы с вами идем сейчас, наверное, крафтить меч пробовать, да? У нас есть на парочку штук хватит. Возможно, сейчас нам повезет и что-нибудь дропнется интересненькое. Если... Давайте пробовать. Шлем мы с вами. У нас и так хороший шлем, в принципе, но чисто пофармить. Так, белый, ясно. Не дропнется, видимо. Но еще, как говорится, не вечер. Возможно, все получится дальше. Так как же много монстров, ёпрсоты. Да что ж ты будешь делать? Давай, пожалуйста. Дружище. Что-нибудь не белое. Лучше. Да едришь, что будешь делать? Не везет нам с вами вообще, прям, слушайте, на меч что-то здесь. Отлично прошел, молодец, да? Может быть, еще мечик? Да, еще мечик, отлично, пошло дело. И давай синенький, фиолетовый, оранжевый. Угу, как скажешь. О, смотрите, синий. Так, шапка белая, ну, белая, неинтересно особо. Сравниваем теперь, что у нас по мечикам, да? 8-5. Блин, да, серьезно, добавляет мудрости. Добавляет мудрости. Так, а здесь у нас получается немножко лака побольше, да, еще и... Ну тогда тебе великий молот так-то, фиолетовый, подойдет лучше. Потому что у нее 5, здесь 8-7 и 3 лака еще. Ну лак хрен с ним, блин, здесь жалко, что нет, это невыносливость. Жалко, что невыносливость. Здесь немножко выносливости побольше будет, но там зато ловкости чутка побольше. Пу-пу-пу-пу-пу. А ладно, оставлю ему, короче, меч. Только синий дам все равно, давайте. А это кому-нибудь из торгашей. Во, нашли нашему волшебнику шапку хорошую с мудростью. Держи. Так, отлично. Немножко лака поменьше на единичку, но хрен с ним. Так, может быть, тебе же сковородку заменить тоже? Нет. Мудрость здесь явно побольше будет лак, но тогда нет. Может быть, тебе лопату заменить? Давай глянем. Так. Декс. Ну, да, вот можно тебе лопатку заменить, в принципе. Держи. Тогда вот так сделаем. Так, что у нас здесь еще у кого? У тебя меч пускай. Ну, все, все, все. Остальное продаем тогда. Что у нас там по квестам еще тоже получилось? Давайте глядеть. Так, квестики. Обработали почву, забираем. Так, нам с вами нужно еще обработать Т1 кристалл 6 раз. Окей. Сейчас будем заниматься. Так, ну это продаем мы с вами все, да? Ну, уже с вами продавали. Лопата, не знаю почем, кстати говоря, лопата. Так, лопата у нас... Лопата у нас за 140 продавалась зеленая. Это было дешево, типа, да? Допустим, если 145, ну 160 поставлю на синюю. Попробуем так. Попробуем так, а вот еще прокатит. Так, мечи. Мечи мы такие, по-моему, продавали с вами. Белые уже, да, естественно. Да, все, уходило у нас. Во, по 280, отлично. Неплохая цена, в принципе. Как раз... О, скорость у появилась 30, отлично. Давайте, поехали. Ускоряемся, так сказать. Так, 7600 у нас вместе, это еще мало. Нам с вами нужно фармить сегодня 20 тысяч, да, чтобы пивную станцию открыть. Окей, на этом мы нафармим. Ну что, попытаем удачу. А хотя зачем нам с вами? Так, уже синий, в принципе, есть меч, но мало ли повезет. Так, ясно, не повезет. Кристалл, давай, давай кристалл попробуем. Может быть, зафармишь все-таки теперь уже в таком обмундировании. Беленький, понял, все, ну продаем. Продаем в любом случае. Это все на продажу. Но идет он хорошо довольно-таки, уверенно, знаете, так сказать. Вон, монстры как разлетаются, нифига себе, смотрите, вау просто. Просто вау как разлетаются. Когда особенно критует, прям вообще хорошо получается. Ну вот таким вот макаром мы сейчас с вами, конечно, зафармим. Тут как нифиг делать все это дело. Так, а мы пока с вами давайте чем-нибудь еще покрафтим. А мы ничего с вами сейчас не сможем покрафтить, да? В основном так-то. Победил, молодец. Возвращайся и давай восполняй силы. Так, крафт. Поножи. А, поножи. Так, 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 так. Поехали. Как раз хрустальная пещера нужна для этого. Ну, сейчас будем еще для брони фармить ему штуки всякие. Белый, ну, естественно, белый, как вы еще. Но оно может быть уже лучше, чем то, что есть. Так, здесь что нам? Бумеранг можем скрафтить, да? Бумеранг. Метательная звезда, он оружие появилось уже. На ловкость, на харизму, кстати говоря, оружие. Недурно. Так, а бумеранг, что у нас там такой? Чисто ресурс потратить, давайте сделаем. И квестик выполнить, естественно. Все, далее идем здесь, пока вроде особо ничего не крафтится у нас с вами. О, щит усиленных усиленный заклятием, видимо. Так, ну тут тоже, смотрите, 7-4. Неплохая выносливость. Так, а у тебя, дружище, что там... Ну, можно попробовать ему покрафтить такое. Слушайте, усиленный заклятием щит. Так, кстати, так-то. Где он там? Что нужно? Земная пещера 3. Воу. Посохи можем накрафтить здесь, кстати говоря. Давайте сделаем. Уровень 10 как раз-таки открывается нам с вами пещера номер 3. Земляная, да? Давайте мы с вами попробуем в нее зайти. И я... О, там новый ресурс опять. Не, пока, наверное, не пойду сейчас. Хотя нам нужно для этого как раз, да? Блин, ну давай, ладно, иди. Иди. Будем пробовать. Смотри, что там за монстры хотя бы. Мне кажется же... Супер. Хотя два удара, слушайте, на монстра. Так-то... Ну, три, может быть, будет.
Не, ну сейчас точно пройдет, вообще как изи пролетит просто, знаете, как нож сквозь масло. Вообще хорошо. Так, ладно, мы пока едем дальше, смотрим, что еще здесь есть. Кольца пока никакие не можем, водяная пещера. Угу. Ну и все пока что. Пока что и все получается, да? Здесь тебе нужно хрустальные пещеры тоже пофармить, чтобы... Чтобы... Блин, надо продавать штуки, не помещается. Можешь, конечно, ресурсы дурацкие маленькие выкинуть, в принципе. Что там, все равно ценники небольшие на вещи. Но давайте для начала глянем, что у него сейчас получается по штанишкам, так сказать. Штанишки у нас... А, это вместо пояса. Понял, так, пояс... Ну, о, у тебя пояс первого грейда, конечно, тут будет лучше в любом случае. Да-да-да-да-да-да-да. Давайте, подходит. Это убираем. Так, бумеранг. Что у нас по бумерангу? Силы дофига, кстати, получается в бумеранге. Лак... Нет, все-таки эта безделушка все еще лучше для тебя. Так, какие-то сейчас... О, опять шапка-то упала, блин. Что там прямо сейчас так часто падает? Ну, это хорошо, на самом деле. На зелененькую упала, можно кому-то будет отдать ее посмотреть. Так, ладно, что, продолжаем пока фармить. Что у нас там, квесты сейчас какие идут, да? Мы сейчас с вами хитрые пещеры обрабатываем кристалл. Надо пройти нам с вами еще три разика, получается. Это хорошо, сейчас будем этим заниматься. Так, а пока что мы с вами давайте глянем, что еще. Что еще? Вон уже, ну давай еще раз крафтим, потому что... Потому что можем, так сказать, себе позволить это, да, все это дело. И может что-то получится. Получится, но нет, не получится, естественно. Естественно, не получится. Так, щит. Ну, чисто на продажу можно скрафтить, раз ресурсы есть. Почему бы нет? Белый, понятно, продаем. Так, щит у нас мы продавали, не помню. Ну, короче, по 117, да, он идет у нас. Продавали за 230, понял, хорошо. Так, это у нас с вами уходит почем? Это у нас с вами уходит... О, дофига на самом деле. Ну, 3 сотни, 290 поставлю, посмотрим, как по 290 уйдут они или нет. Покупайте 290, цена специальная для вас. Так, и синюю шапку тоже продам сейчас, наверное. Точнее, зеленую. А не синюю. Так, 162, 320, 330 поставлю. Так, что скажете, забирайте. Кстати, со штанами угадали по цене, и со щитом, в принципе, тоже нормально, отлично. Так, шапка 330 всего лишь. Забирайте, золотая, классная, крутая шапочка. Так, давай хрусталь, этот, да, хрустальную пещеру деформи дальше пока. Пока есть силы и возможности, так сказать. И мы сейчас будем глядеть, что тебе еще нужно. Ну, штаны по-прежнему, да и все нужно перекрафчивать. Все это серебро нужно перекрафчивать уже. О, там даже что-то дешево продалось, да, можно было подороже еще продать. Ну ладно, будем знать. Так, что тебе здесь надо? Земная пещера 3, хрустальная пещера 1, водяная пещера 2. И тоже водяная пещера 2. Ну, короче, водяной пещеры надо довольно много фармить ему сейчас будет. Но сначала квест доделаем, а там уже... Посмотрим. Так, сейчас давай пока поножи тебе еще раз попробуем скрафтить, а вось повезет, как знать. Что у нас там получится сейчас из этого. Так. Угу, понятно. Ясненько. Ну, продаем. Продаем. Метательная звезда, кстати говоря, на ловкость и лак, в принципе, неплохая штукенция. Давайте скрафтим. Кому-нибудь сейчас отдадим, может быть... Ну, вряд ли ему, но... Кому-нибудь она точно подойдет. Так, что там у тебя? У тебя безделушка все еще более подходящая, да? Угу. Здесь, в принципе, харизма много довольно-таки. На харизму у нас был кто-то. На харизму, харизма, харизма. Вот, у тебя харизма как раз получается, да? Так, но здесь у тебя трубка на 8 лака, как бы на секундочку. Здесь 4. На харизму здесь 0. Ну, блин, ну да, ладно, не, оставлю пока. Пускай лака будет чуть побольше, а 8 будет вести чуть почаще, да? Звезду можно просто продать на самом деле. А, вот, нашел кому звезду отдать. Так, держи тебе, дружище, сейчас сумку продадим. А, это оружие, блин, господи, я не с тем сравнивал вообще-то, оружие же точно, я думал, что это безделушка. Потому что привык, что у него безделушки крафтятся в основном. Так, тогда не так. А в любом случае, держи тебе, нормально подойдет, в принципе. Вот так вот сделаем, все, меч продадим. Меч вот сюда у нас отправляется, продается за 280, отлично. Тем временем мы с вами сделали квестик еще один, получаем. Так, и осталось еще два раза пройти эту пещеру, как раз будет супер. Итак, квестик пройден, отлично. Сейчас мы будем фармить тогда, наверное, щит тут попробуем сделать, да? 7-4. Неплохой должен, по идее, получиться. Особенно, если вдруг какой-нибудь он хороший получится по качеству. И, глядишь, тебе какой-нибудь полезный стат будет подниматься там. Это, конечно, не точно, но надо будет пробовать. Земляная пещера 3, да? Ну, давайте сюда фармить тогда пока. Посмотрим, как у тебя получится. Так, а мы с вами еще сейчас сделаем. Мы с вами сейчас будем, во-первых, квест забирать. Который у нас выполнится как раз-таки награда, да? Во, 10 уровень у нас с вами тоже уже есть. Отлично. И новая пачка квестов. Так, квесты, 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 предметы. А что-то я смотрю, у нас с вами особо-то на новые эти, на новые палатки наши не открываются квесты, да никакие. Ну ладно, не очень-то хотелось, сами откроем. Так, тогда что мы с вами сейчас делаем? 11 тысяч у нас с вами есть, ну половину уже нафармили, сейчас еще девяточку нафармим и можно будет станцию открывать, отлично.
Так, пока что мы с вами идем сюда, и что делаем? Мы с вами вот это вот делаем, да? Пробуем что-то лучшее выбить для себя, естественно, любимого. Как говорится, так, что у нас тут получится? Неплохо. И что у нас за что поднимается? Ловкость. Слушайте, это не дурно, это нормально, это хорошо. Будем быстрее всякие деревья рубить и прочее. Так, ну здесь прям вообще оранжевое сразу так вот выпало, это прям повезло. Это прям супер хорошо. Так, земная пещера 3, да? Нам нужно для этого. Ну, иди дальше, фарми тогда. Фарми, пока не буду ресурс тратить ни на что, в общем-то. Хрустальная пещера. Не, наверное, пока не буду тоже. Лучше, может быть, что-то с вами еще скрафтим. Где нам еще хрустальная пещера нужна? Здесь мы с вами уже лучше ничего не получим, только на продажу опять же фармить, да? Водяная пещера. Водяная пещера. Ну, ну и все, в принципе, получается. Броня. Броня тоже давайте крафтить. Блин, я хотел же щит. Ну ладно, щит тоже скрафтим, все скрафтим. В любом случае. Зелененькая броня. Так. Зелененькая броня, но. Но. Харизма. Не знаю, что она мне не нравится для него на самом деле. Харизма. Шанс критического удара. Хотя она крит, как бы. Сила-то будет больше, немножко меньше ловкости, но то крита будет чуть побольше, да, шанс. Но лака меньше, блин, на 3 целых единицы будет. Но с другой стороны, ему-то лак, чё лак, он же там ничего не крафтит, только находит такие штуки. Мудрость, ладно. И вообще, да, знаете, у него здесь и выносливость побольше будет. Давайте переоденем. Тогда будем тоже фармить сейчас, выкрафтивать, так сказать. Для него вообще это дело, а вот что-нибудь хорошее выпадет тоже. А, ну тебе бы меч тоже еще сделать все-таки получше, да, наверное. Может быть, даже какой-то другой. А то особо пока ничего еще нету. Ну понял, ладно, тогда хрен с ним. Но немножко попродаем тоже. Давайте-ка броню, она довольно дорогая. Получается у нас сколько тут? 380 поставим. Или давайте 400 начнем. Типа, знаете, а может быть, а вдруг. Все-таки там ресурсов довольно много. Деньги уже тяжелые получаются у нас, поэтому можно, наверное, подороже попробовать поставить. Но не купят, так не купят. Сделаем подешевле. Подешевле всегда можно сделать, да? Так, давайте глянем, почем штаники еще. 148, ну тут как бы 300 ставим. А, ну мы уже продавали 290, ну окей, все тогда. Покупайте нагрудник, пожалуйста, за 400 всего, отличный нагрудник, давайте. Не прогадаетесь, возьмете? Будет хорошо. Так, победа, молодец. Что там, можем крафтить тебе щит или нет? Можем, пробуем, давайте. Вдруг повезет, хотя вряд ли, конечно. Но как знать. Что у нас с вами сейчас выйдет? И? Ну, понятно. Что у нас с вами могло еще выйти, если не белый щит, да? Так, ну смотрим, сравниваем все равно так или иначе. 4, 2. Да. Давай, лака чуть поменьше будет, хрен с ним. Остальные все получше будет. Так, слишком дорого. Мы поставили с вами, конечно, нагрудник. Вот так, поменяем тебе все. Давай, дальше фарми пока. Будем выбивать тебе что-то лучшее. Остальное все будем продавать. Так, что такое? Не нравится цена вам, да? Слишком дорого. Какой 50? Ты че? Не-не-не, никаких 50. Не 50, ну давай, не знаю, 380 поставим. Что скажете? По 380, как вам такое будет, а? Предложение. Так, эти щиты продавали уже? Продавали, 230 было дешево для этого. 240-250 ставлю. О, дешево, ну и нормас. Пойдет. Еще квестик у нас с вами выполнился, кстати говоря, тем временем. Давайте смотреть. Так, ага, обработали землю, все, получили награду. Молодцы, обработайте воду Т2 6 раз. Это у нас что касаемо квестов, но мы сейчас немножко подформим все еще щит. Я хочу, может быть, получится выбить. О, да, довольно неплохо вышло. Оранжевый щит. Так, ну-ка, что там у тебя прибавляется-то? На оранжевом уровне. У тебя прибавляется удача, кстати говоря. Прибавляется у него. Ну окей, лады. Будешь немножко удачливый теперь еще. Хорошо. Так, щит мы с вами. Шапка. Щит. Перчатки. Можно глянуть. Ой, блин, опять проворонил, пока смотрел сюда. А, вот тебе еще нарукавники, ботинки. Но, по-моему, с такого здесь ничего толком нет сейчас еще, да? Я помню. Ну-ка, давайте посмотрим, конечно. Да, здесь ничего такого нет, скорее всего, может быть, что-то откроется на 11 уровне. Посмотрим, скоро, в принципе, доберемся до него. Так, щит у нас по чем там получался? Щит у нас получался по 172 единички. Мы с вами это дело продадим по, давай, 440... Нет, 350 поставлю, вот так изначально. Покупаете щит, офигенный классный щит. Так, и теперь давайте по квестикам пройдемся тогда. Мы с вами идем сейчас фармить воду Т2, да, получается. Ну давай 6 раз. Купили? Дорого, но купили, молодцы. Скрафтил новые нарукавнички у мага, да и они лучше, чем сейчас на тебе есть, на нашем замечательном шахтере. Ну давай тебе отдадим их тогда. Все-таки, может, попробуем еще получше их скрафтить, если получится, было бы здорово, конечно. И ботиночки где-то новые тебе зацепить бы тоже.
Пока других, так сказать, нет, у нас с вами все равно так или иначе. Так, ты пока в хрустальную пещеру бегай тогда, потому что, может быть, все-таки еще и на рукавнике получше выпадут, как знать. Ну а ботинки мы тебе сейчас будем искать где-нибудь, если они где-то есть вообще. Но я, честно говоря, что-то такого особо ничего не видел. Так, ботинки у нас с вами были еще. Ну, это, блин. Возможно, конечно, лучше, чем то, что у тебя есть. Не, у тебя серебряные, оставим, пока есть, тогда их. Посохи, посохи, перчатки, это все тебе не надо. Что у нас по колечкам там еще получается? Мы можем скрафтить обручальное кольцо, вспомнить так, нормальное, да, да, оранжевое. Но разве что на продажу, чисто попродавать что-нибудь. Ну, давайте скрафтим, так или иначе, потому что у нас ресурсы имеются, что бы и не скрафтить. Хрустальная пещера номер один. Я пока, наверное, здесь не буду тратить ресурсы из нее. О, 11 уровень, пещера природы у нас мне открылась, нифига себе. И новые рецепты, естественно, это хорошо. У нас с вами 106 сейчас выносливость, отлично. 11 уровень, прекрасно, просто замечательно. Так, что там у нас по квестикам? Вода еще, все-таки надо в воду еще 3 раза сходить, да? Ладно, это хорошо, это мы с вами все сделаем. Так, что я хотел глянуть? Я хотел... Ух, какой шест огненного креста, нифига себе, смотрите. Это у нас оружие получается. Недурно. Прикольно довольно-таки. Так, сейчас пойдешь вот тогда дофармливать квест, там уже потом отправимся в другие места, так сказать. Не столь отдаленные, да? Что у нас с вами здесь? Золотые перчатки вот появились. Едрич. Как раз таки в пещере природы нужно. Природа, точнее. Добавить всякие штуки, здесь лака много, и, в принципе, выносливость есть и силы, неплохо так, да? Если сравнить с твоими перчатками. Да, в принципе, они тоже очень неплохие для тебя, потому что еще и с ловкостью. А мы с вами можем шест, слушайте, сделать сна... Да ебри, что ты продуваешь, что у тебя столько выносливости, жесть. Ладно, отдыхай давай пока. Короче, мы сейчас с вами сделаем шест и продадим его за 400 минимум, я думаю. Уйдет он, но посмотрим в любом случае. Посох, который разжигает огонь даже в самых холодных местах. Зеленый сразу получился, вот так вот. Так, то есть мы тебя ставим за сколько? Ну, за 420. 440 поставлю, ладно, 440 поставлю, вот так. Сейчас скажут, может быть, что дешево. Но, может быть, и не скажут. Посмотрим. Да, можно подороже чуть-чуть продавать. Балдеж, потому что неплохие ценники, однако, у вас. Так, нам нужен квест. Квест нам нужен. Давай, еще 2 раза надо пройти эти шахты. И будет все хорошо. Игральные кости появились новенькая, это безделушка, кстати, ну слушайте, неплохая, но мудрость, правда, много. Лучше бы выносливости было побольше. Но по ценничку они тоже довольно ничего такие, поэтому я, пожалуй, скрафчу. Так, здесь по-прежнему ожерелье, просто простое ожерелье на ловкость, нифига, на это торгашу какому-нибудь надо и на лак еще, да? Это явно торгашу кому-нибудь пригодится, давайте скрафтим, посмотрим. Так, длинные кожаные перчатки, кстати говоря, появились, неплохо, вот это неплохо, в принципе, шляпа... Лучшего джентльмена. Окей. Так, я скрафчу это, пожалуй, тоже давайте еще. И все пока что у нас с вами, да? И пока давайте пещеру фармите, давай. А мы сейчас с вами посмотрим, что у нас с вами там получилось. Так, зелененькая, беленькая и... Опа, беленькая, понял. Сейчас будем сначала на тебе все сравнивать. Так, длинные... А, так у нас есть такие есть, да? Длинные кожные перчатки. Ну да. И получается харизма здесь подрастает немножко. Ладно, понято. Дальше, ожерелье сравниваем, которое у тебя есть. Ну, здесь на ловкость чисто оно, да, такое. Прям для ловкачей. Ну, тогда сейчас какой-нибудь отдадим все-таки торгашу, я думаю. О, синее. Нифига себе. Турмалиновое колье. Звучит неплохо. Так, сравниваем. 3, 5, 6. Нифига себе. Воу. Мы нашли тебе турмалиновое колье. Забирай. Офигенное. То, что нужно для тебя как раз. Будет остальное, пожалуй, либо продадим, либо сейчас раздадим. Так, ты пока давай там все нафармил, что ли? Молодец, наконец-то. Готово. Ну и предметики пока у нас остаются. Давайте попробуем сюда пройтись. Что за пещера, посмотрим. Но я думаю, что вообще пока никак не пройдем ее. Ну хотя, слушайте, 2 удара. А может и пройдем. Я думал, будет хуже, честно говоря. Не, наверное, пройдем, да. Раз-два, там и все. И вот тебе и готово получается. Ну давай добивай, сейчас тогда и что-нибудь, может быть, и новенькое скрафтим, может быть, и нет. Так, ресурсов, конечно, дофига и больше. Ну иди еще фарми тогда, мы сейчас попробуем золотые перчатки скрафтить. А вдруг что-нибудь, да? Как говорится, да пока и все, наверное, пока и все. А ну вот еще можем шляпу. Черт, кости очень неплохо уходят, на самом деле. Земная пещера 3, давайте-ка мы их понакрафтим, у нас пока есть. Собственно, из чего? По 500, они хоть и кривляются, но забирают по 500, их вообще жесть. О, еще и зеленые пошли, вообще красота получается какая. Здорово. Так, друг, ты давай пока еще иди пофарми маленечко здесь.
Там же по квестам все сделал. Да, да, сейчас осталось только продать еще 4 предмета, и вообще будет замечательно. Так, еще давай крафтить. Давай крафтить еще. Так, ты у нас здесь что-нибудь тоже покрафть, пожалуйста. Простое ожерелье, окей, пойдет. Турмалиновое колье. А, вот оно еще. Ага, и земная пещера нужна. Понял. Так, давай пока отдыхай немножко. Еще колье сделаем. Вот там уже зелененькое вижу, получается. Хорошо. Что у него, интересно, поднимается за статы? Выносливость. О, кубики оранжевые получились. Дрички коптить. Так, ну тут можно смачно завышать цены, я так думаю. По 500 они взяли это. Допустим, 490. Допустим, я 600 попробую поставить сейчас. Чисто ради пробы посмотрим, что получится. Сейчас скажу, что еще и дешево оказалось. Это будет здорово. Так, это немножко подешевле поставлю. Не по 500, по 400, 490, допустим. Забирайте, забирайте. Дешево, можно было подороже продать. Отлично. Так, это у нас почем? Это у нас почем? 490 было дорого, но забрали в итоге, да? Тогда здесь я ставлю... 480 попробуем поставить. Давайте так. Не покупают, да? 470. Давайте, 470, берите. Здесь поставлю 485, вот так. Чуть-чуть снижу вам цену, так уж и быть. Давайте, нам нужно продавать всякие эти штуки. Так, а это мы продадим по 500. 500 ставлю, все, 500 забирайте, пожалуйста. Я думаю, что нормальная цена по 500 для зеленых кубиков. Прям вообще улет. О, выбили шапку, кстати говоря, зелененькую. Так, а ну-ка посмотрим, что там по шапке. 5-3, мудрость, но выносливости много, кстати, довольно-таки, да. Но я думаю, нет, оставим то, что есть тебе, шлем золотой кости. Пускай будет, а шапку можно продать. Шапку не успел поставить, ее уже сразу просто отхватили по 500, вообще замечательно. Так, а перчатки? Перчатки у нас почем там получаются? Ой, они такие дешевые. Ой, реально дешевые. Ну, 320, да, где-то. Поставим. Попробуем. Держите. Покупать. И у нас с вами еще один квестик готов. Давайте забирать. О, хорошая цена, кстати, для перчаток. Забираем. Процветающий бизнес. Дойдите до первого уровня. Первого? Наверное, до 11-го. Есть контакт. Во, наконец-таки разблокируйте станцию пивовара. Теперь вот оно. Вот оно. То, что нам с вами надо. Ну что ж, мы, в принципе, можем ее уже разблокировать, но тогда мы с вами ни хрена крафтить не сможем. Поэтому надо что-то скрафтить, продать и потом уже разблокировать. Золотые перчатки, кстати, можем скрафтить. А ну-ка, давайте, давайте. Может, повезет. Скорее всего, нет, конечно же, но попробовать стоит, я думаю. Так, что там у нас? О, зелененькие, слушайте, ну не так дурно. Проверяем перчаточки. Так. 7-0. Мне не нравится, что здесь 0 ловкости, на самом деле. Что деревья, это тоже надо ломать ему. Мне не нравится, что там лака больше, конечно, в целом. Но это можно дать кузнецу какому-нибудь, типа там, типа того, да? Сейчас посмотрим, что у него здесь. Ну да, ну да, для него как раз лака будет побольше, в принципе. На, держи. Гонитель сна. Смотрите-ка, у нас с вами еще пивнушка-то не открыта, а уже из нее предметы сыпятся нам с вами в подземелье. Во, какую штуку мы с вами открыли. Я так понимаю, это безделушка. Да, это она есть. Давайте сравним. Может быть, наконец-таки нашли тебе что-то получше. Кажется, да. Ну, немножко ловкости на один будет поменьше, зато будет силы больше и будет больше выносливости. Плюс один. Все, одеваем. Одеваем, держи. Вот так вот, наконец-то что-то получше тебе нашли. Балдеж. Так, а ты пока давай не расслабляйся, иди дальше. У нас там еще квестик сейчас выполнился. Сейчас мы посмотрим, что за квест. Возьмем денежки и, в принципе, можем открывать то, что хотели открыть. А именно как раз-таки ту самую пивную станцию. Ну и будем смотреть, там, скорее всего, тоже всякие безделушки будут крафтиться. Так, и нам свиточек надо продать. Свиточки у нас давненько, их не было. Магическое послание. Так, оно у нас получается по 70... Ой, дешевое такое, 72, фиолетовое. Мы, по-моему, продавали фиолетовое, да, тоже? 175, а, ну и нормас. Все, покупать. Ай-яй-яй, опять проиграл, он дает просто. Так, ну что, давайте будем открывать. Я думаю, разблокируем. Опа, о, да. Неплохой шлем, кстати говоря. И смотрим, что у него здесь есть. Медовое вино, кстати говоря, оружие. Смертельно опасен, если вы не привыкли к нему. 2-6, харизма, мудрость. Слушайте, это, наверное... Блин, а мудрость нам мага нужна? Мага нужна? Правда, лак 0 вообще. Без лака не хотелось бы. Но можем не кисло так продать, на самом деле, торгануть. Так что в любом случае. Гонитель сна, да, если вдруг повезет, можно будет сделать... Водяная пещера 2, кстати говоря. Если повезет, можно будет сделать прям оранжевым даже. Но хотя не то, чтобы это прям супер нужно нам было. В общем-то... Ну и дальше здесь, собственно, будут всякие штуки и ништячки открываться нам еще. Прикольно.
Ну что ж, такая вот станция у нас с вами, друзья. Мы с вами уже 11 уровня. Потихонечку растем, да, потихонечку зарабатываем деньжат. Точнее, уже потратили деньги все на станцию, но так или иначе. Так, а сколько там стоит-то она еще раз? Давайте посмотрим. Значит, стоит 250, ну, обычно по 500, наверное, можно выставить, я думаю. Может, даже подороже можно, но проверим так. А там уже посмотрим. Так, шапка. Шапка белая, держи. Продавайся. 500 у нас с вами была зеленая. Давайте 480 поставим обычную примерно. Так, что они там говорят? Дорого, типа, да, для них слишком. Ну, давай, 490. 490 покупай, налетай. И разбирай, конечно же. Да ты что, издеваешься? Да куда там дешевле? Да куда дешевле ставить? Ну, 480 хорошо уговорили. Тут у нас еще шапка одна готова, тоже беленькая, кстати. Заберите кто-нибудь, пожалуйста, я цену хочу проверить. Пожалуйста. Дорого, говорят, да? Понял. 470. Ставим. Забрали таки. Ну, вот нечего. Я такой с бутылкой побежал. Нечего было выпендриваться. Так, шапку забирайте, пожалуйста, тоже. Мне бы глянуть бы на нее чисто. Глазком одним. Что по цене? И дальше еще одна пойдет в дело тоже. Так. Но, покупаешь? Дорого, но купила, окей. Забирайте. Я даже не успел поменять цену. Ну и окей, тем лучше для нас, как говорится, да? Ну что, друзья, на сегодня с вами будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик. И мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого и пока-пока.